Всем привет! Хочу показать самодельный подсумок под аптечку. Сшил я его для друга, хочу сделать ему подарок. Скопировал я этот подсумок, постарался скопировать с британского подсумка под аптечку. Размеры. Материал кордура, размеры 22 на 19, ну и шириной 8,5 сантиметров. С тыльной стороны стропы моли. Вот. Сама вот эта стропа, я ее в два слоя, чтобы она была поплотнее, сложил. И чтобы не выдергивалась сама заклепочка. Можно на ремень вот одевать. Можно на рюкзак, на разгрузку. В общем. На лицевой стороне пришил панельку, или это липучку. Карманчик такой имеется. Застегиваться тоже на липучку. Липучка от края до края, чтобы ничего не выпало при ходьбе. Или когда оно трясти, если будет. Или грязь никакая не попадала сюда в карман. В общем, закрывается от А до Я. От края до края. Два бегунка имеем. Веревочки для удобства, чтобы можно было, если что, даже в перчатках ее открыть зимой. Открывается целиком она вот так. С этой стороны есть карман. Единственное, если вдруг кто-то хочет повторить такой покрой, надо было карман этот развернуть сюда, чтобы он здесь открывался. То есть, если у вас аптечка висит, она открывается, и этот карман сюда вы можете сразу залезть. Ну, я ошибся. Вот. Ну, ладно. На липучке карман. Здесь я сюда положил такой полиэтиленовый органайзер для таблеток. Может, будет от влаги защищать, может как-то организовать таблетки. Но тем не менее, пусть он будет. Здесь резиночка, если отдельно какой-то там перевязочный пакет или бинт, или еще мало ли что, жгут, чтобы быстро достать. Сюда пусть отдельно будет. И такой органайзер. Вот он здесь открывается. Здесь резинки пришиты. Вот. Разные, это, на разную длину, разную ширину. Одна резинка широкая снизу, сверху резинка более узкая пришита. То есть можно от бинта тут до пинцета, там, до ножниц. Ну, короче, все, что как он посчитает нужным, так и сам укомплектует. Вот. Кроме этого, сам этот органайзер отделяется от самого подсумка. То есть, ну, для удобства использования. Или отдать ее кому-то, или себе, чтобы было удобнее. Здесь липучки, ручка. И для удобства, чтобы можно было это. Вот такой подсумок. Простенький. Ну и в качестве бонуса я ему к аптечке маленький органайзер, так сказать, микроорганайзер. Простой, без ничего, без строп. С кармашком 12 на 15 сантиметров. Размеры на ширину змейки. Единственное, что когда начал тут резинки пришивать, машинка решила показать свой характер. И у меня тут немного швы неровные, неаккуратные. Здесь петля, ключики кинуть или еще что-то. Здесь кармашек. Здесь резиночки. Вот, в принципе, все. Мое рукоделие. Большое спасибо за внимание. Всем пока.